Доброго времени суток, друзья! Всем новым подписчикам большая благодарность за подписку. Сегодня я приготовлю такой кекс с мандаринами. И готовится он также быстро, настолько быстро, что я уже поставил духовку на 160 градусов с вентилятором. Если у вас вентилятора нету, вы можете поставить духовку сверху снизу на 170 градусов уже сейчас разогреваться. Кекс, как я уже сказал, с мандаринами. В оригинальном рецепте стоит, что вы берете банку, сливаете сок и оставляете в сторону мандарины и сок. А у нас банки не оказалось, мы взяли свежие мандарины. Все ингредиенты, сколько грамм, все будет ниже этого видео. Посмотрите обязательно. Итак, я взял мандарины и вместо, получается, уже сока мандаринового, я взял сок манго. Ну, так получилось. Все, начинаю готовить. Что мы делаем? У нас первым делом масло сливочное, оно должно быть комнатной температуры, то есть не замороженное, а мягкое. Мы его кладем в чашку для того, чтобы его сейчас размешать. Добавляем также сахар. К сахару простому добавляем ванильный сахар, 2 пачки. И вот это мы сейчас уже будем превращать в однородную массу. Смотрим, как это у меня все будет получаться. Как всегда, я готовлю по этому рецепту первый раз. Я думаю, если у меня получится, у вас это получится 100% тоже. А у некоторых даже может быть и лучше. Я думаю, сюда нужны были другие насадки, не такие. Ну ладно. Изначально у меня назывался канал «Приготовил блин». Понятно почему, да? Теперь сюда мы добавляем один за одним яйца. Так прям стоит один за одним, поэтому я буду один добавлять и перемешивать. Так, далее, что там стоит в рецепте, в оригинальном, это что мы муку, разрыхлитель и куркуму смешиваем вместе. То есть мы это должны перемешать. И когда мы уже все перемешали, нам надо через ситечко добавить это все теперь в массу. Через ситечко пропускаем и замешиваем, да? Так. Сок. Забыл. Теперь добавляю сок. Его нужно до муки. Но я думаю, сейчас ничего я такого не натворил здесь сильно. Вроде бы нормально. Делаю, как сказал, первый раз, как получится. Что мы делаем дальше? Берем вот такую формочку квадратную. Вы можете ее смазать маслом и посыпать мукой, или же просто пергаментную бумагу разложили. И теперь мы наполовину ее заполняем, добавляем половину мандаринчиков, опять тесто дополняем, сверху мандарины и в духовку. Но оно примерно так и получится, да, здесь половинка и там половинка. Если что, нужно будет еще мандарин почистить. У нас, кстати, получилось 4 мандарина. 4 мандарина. Вот так вот получилось в середине. Аккуратненько, чтобы их, наверное, не сдвинуть. Это тоже распределяем равномерно. Ну, а, кстати, с первым днем декабря вас... Это праздник, начало зимы. Получилось как-то так. Я думаю, если смачивать, будет лучше. Ладно, в следующий раз. Сверху украшаем все мандаринами опять. В общем, сверху выглядит вот так. Отправляю в духовку на 160 градусов
с вентилятором сверху, снизу, 170 градусов, на где-то 40 минут. Но я буду посматривать, потому что, ну, кто его знает, готовлю первый раз. Посмотрим, что потом получится.